Салам алейкум. Друзья, сейчас мы подтянемся к одним людям. Как-то этот коллектив, эта труппа, ансамбль, как это называется? Горцатума, что ли, какие-то. Я там слышал о них, на дисках смотрел, я, короче, мне не смешно. Посмотрим, может, здесь они что, как пару слов, короче. Вот эти ребята. Здрасте. Здрасте. Валикум, здрасте. Что за ходячий цыганский табор какой-то? Переезжает куда-то. В общем, такая суета. Здесь рабочий процесс. Рабочий процесс идет, вот костюмированная идет тема, короче, костюмированная. А человек капуста, что ли, с 8 одеждами? Что есть, что есть, то есть, короче. Что моя одежда, что есть? Что успел свистнуть, короче, за мою. Что есть, моя одежда, что есть? Что есть еще, что? Зевачка тоже есть. Зевачка. Вот еще молодежь, как бы тут тоже, то есть, Александр, здесь что-то опасное. Что ты воздух загораживаешь? Опасные ребята здесь, короче. Это извечный конфликт Халил и Нажм. Это, в первую очередь, конфликт желудков. В вторую очередь, конфликт... Я тебе пошел успокоить, покажите мне по телевизору, я вас прошу. Чтобы он успокоился, просто... Просто этот хотел, этот... На пираты Карибского моря, там, обезьянка же нужна новая? Да. Можно, вроде попугай можно завалить. Еще неделя, и ты выдадишь первую шутку, Нажмик. Пока вот на грани шутки, короче. Нажмик старается. Халил хочет запустить сейчас, я так маленькую тайну открою. Халил собирается открыть компьютерный вирус под названием Нажмик. Будет его закидывать куда-то.